Всем привет! Приехали с соседкой, с Гулей. Гуля пошла покупать лекарства своему мужу к врачу. Здесь это приват-клиника, фахврач сидит. Вот, это Хеллигенблют. Немножко вам поснимаю. Хеллигенблют. Это где горнолыжная база. Снег подтаял очень здорово. Полтора месяца вообще не идет снег здесь, в Альпах. Хотя по Австрии много снега везде. У нас в этом году немного. В прошлом году ходили как в лабиринтах. А это очень знаменитая церквушка. Очень-очень старая. Хеллигенблют. Вы на фото можете видеть часто ее. Здесь Мильтальмаркт Адек. Это продуктовый магазин Адект. Здесь сеть большая Адека по всей Австрии. Вот такая местность Хеллигенблюда. Это мы внизу. Наверху я тоже там немножко сниму для вас. Вот Ноя Хольцхаус Гебаут. Строится новый дом деревянный. Погода замечательная сегодня. Где-то минус 2. Просто суперски. Шикарная. Вот такой краткий репортажик для вас. Ну вот мы в Хеллигенблюде здесь. Сделано из дерева гриппе, так называемое. Это в Хеллигенблюде. Видите, как красиво. Маленький ребенок. Это Хеллигенблюд. Тихо, гостей мало. И вот эта церквушка, которую я вам говорил. Церквушка, здесь отель, очень хороший отель с панорамой. Там с той стороны панорама хорошая очень. Вот это Хеллигенблюд. Церковь очень древняя. А вот Глосклокна, самая высокая гора в Австрии. Глосклокна. Вот такой краткий репортажик для вас.